Я совершенно не умею рисовать. Если честно, визуальное искусство в целом меня меньше задевает, чем музыка. Но почему-то Chicory: A Colorful Tale, игра, которая полностью про рисование, мне очень понравилась. Может, потому что игра на самом деле не так про рисование, сколько про радость самовыражения и создания. Это новый проект от разработчика Wondersong, и игра в целом похожа на Зельду, но с акцентом на исследование, общение с персонажами и загадки. И, как вы уже могли догадаться, я влюбился в этот проект. Все, что вы сейчас видите на экране, в плане цветов и даже некоторых диалогов, скорее всего, будет выглядеть совсем иначе при вашем прохождении. Вы можете оформлять игровой мир как хотите, можете менять внешний вид главной героини и можете смешивать практически любые оттенки на каждом экране игры. Или же решить ничего не красить, кроме того, что нужно для решения загадок. Это тоже ваш выбор. И вроде бы это ни на что не влияет, но благодаря такой свободе выбора игра формирует эмоциональную связь с игроками. Что у игры в принципе и так хорошо получается благодаря трогательным историям и очаровательным персонажам, которые, несмотря на сложности и проблемы, с которыми они сталкиваются, вдохновляют вас двигаться дальше. Сюжет тут очень простой, но работает на отлично. Как и геймплей. Игра удивительно разнообразна в плане загадок и локаций, да и набор необычных навыков, которые позволяют использовать волшебная кисточка, постоянно пополняется, из-за чего исследовать мир становится только интересней и увлекательней. Есть в игре и недостатки, конечно. Основная загадка одной из локаций, как мне показалось, была нудная, но с другой стороны она закончилась быстро. И в плане сценария тут тоже есть несколько очень неуклюже написанных диалогов, словно посреди талантливо написанной истории кто-то вставил чьи-то первые попытки написать разговор персонажей, спорящих про идеологии. Впрочем, это тоже замечается только в контрасте с тем, насколько хорошо написано все остальное в игре. Самым слабым элементом игры, как и Wondersong, собственно, стали заключительные моменты и битвы с боссами. В них полно секций, которые длятся слишком долго. Настолько долго, что начинаешь сомневаться, может, ты делаешь что-то неправильное или игра ожидает чего-то другого. А когда понимаешь, что ты все делаешь правильно, остается только нудно ждать, пока этот процесс наконец-то закончится. Учитывая то, что в игре проиграть нельзя, что хорошо, я считаю, такие моменты кажутся излишеством и только раздражают. Но насколько же хорошей получилась Chicory: A Colorful Tale? Теплая, душевная, восхитительная игра, с хорошим саундтреком, с милыми персонажами и миром, о котором начинаешь заботиться. Это очень-очень вдохновляющая игра.